Пошел. Салфетко, скажи. Так, ребята, хорош снимать. Вы чего, блядь? Это для себя. Это чтобы Саид доштрафовать. Да ладно, Борь, ее надо снимать там. Я видел, она там голяком за шкафу прячет. А вот самое главное, надо еще одну. Все. Конечно. Все, уже не снимаю, можешь не корчить рожу. Вырубай. Неинтересно. Ничего, скоро сижу грибной. Да, да, но начало-то какое. Не дождешься. Он от нас ждет стоп-кадра. А всегда можно найти хороший. Я Сереж. Сереж, а давай мы тебя. Хорошо. Как ты пил, кстати. Да, я много пью. Очень много. Подожди, я сейчас тоже на видео. Давайте все вместе на мобильные телефоны. Снимаем меня. На видео снимать. Зачем мне? Ча-ча-ча. Параллельные. Да. Сережа, скажи, что наливай ты думаешь? Там, а потом передавай. Пару слов по своей собачьей жизни. Собачья. А бутылку сюда я здесь налью. Ой, Сережа заливает. Крупным планом, Сережа. Ну, снимай. Сережа бармен. Как бьют на конюшне. Да, да, да. Будет в Ютубе. Да. Так, лицо, улыбаемся, Сергей. Здравствуйте. А вот это наш директор. Директор, уберите, пожалуйста, от лица. Вот так. Вот. Вот так вот зимой. Не гора. Вот дайте я вас увидеть. А почему директор молчит? Таком очень ливый. Надеюсь, что у нас уже поправился. Лицо покруглело. И еще один. Да, есть такое. Кто? У всех Серега молчит. Чего это он молчит? Такой загадочный, таинственный. Наверное, зреет план в голове. Ну просто все как идиоты с телефонами. Почему мы идиоты? Один умный тут нашелся. Мы с Таней. Нам не нужен идиот. Серёж, тяни живот. Уже не втягивается. Он у тебя не был таким. Ну вот так не видно. А вот подъехал Мерседес, там девушка депутата. Да. Так что смотрите, не снимайте, как я вам не косить траву. Что, туда пошли? Смотрю, все понятно. Да ладно, Главное место. За еду и вот так. Он хочет сфотографировать. Без комментариев, у меня есть котёнок. Что, свинину едите, ребята? Давай, да, курини. Казань. Свинину. Курини. Смотри. Курини, да? Мы сели 26 дали, что свинину кожи стоили. Серега. Ну давай, казани. Казани. Серега. Ничего. Все. Да ладно, Боря, знаешь, как свинину жрет? Вот. Вот свинина. А смотри, как девушки мужиков достали, что они там спрятались за угол и сюда идти не хотят. Так мужиков защищаешь, прямо на мысли наводишь. Это же день рождения. Конечно. А мы еще на камеру не говорим. Да. А чё? Всего-всего. Пьём с тобой спрайт. Вот, давай. Давай.
девочки, мальчики, не слушайте, бывайте. Наша большая семья. Что там? Дин. Да. Давай. За новую конюшню. Орла. Боря говорит, с днем рождения жизнь начнется по-новому. Да, дура 17, это же пляща такая. Надо какой-нибудь бутыхал. 17 это название фирмы. А конюшню надо назвать Андрей. Коррупция! Салют! Подходит коррупция больше. Не нужно, боюсь, попрут, вообще, во всем. Как звали? Хороший. Антрес? Так, КСК коррупция. Предлагаю вас с Сашей, его звали Конгресс. Конгресс? Идеальная лодка.